Борьба с незаконными ограждениями на общих парковках ведется в Красногорском районе несколько лет. Такая работа, говорят инспекторы Госавтотехнадзора, приносит свои плоды. Многие автомобильные стоянки на придомовых территориях теперь доступны для общего пользования. Тем не менее, еще остаются владельцы, которые при помощи подручных материалов стремятся забронировать пространство для своих транспортных средств. Что касается конкретно данных случаев, парковочные места – это не собственность, это, еще раз повторю, территория общего пользования. И самовольно захватывать участки в соответствии с действующим законодательством запрещено. Несмотря на то, что сами, значит, парковочные места, где можно установить машину и транспортное средство, отсутствуют. Сегодня рейд по ликвидации незаконных ограждений прошел на улицах Парковая и Центральный проезд в Красногорске. Здесь желающих застолбить за собой места для личных автомобилей оказалось предостаточно. И этим фактом в первую очередь остались недовольны местные жители, которые обратились с жалобами в Госавтотехнадзор и на портал Добродел. Если у нас в комплексе благоустройства есть парковки, которые эстетически выглядит, так сказать, хорошо, вот, то вот этот вот самострой, который сделан непонятно из чего, и хлипкую конструкцию имеет, он может нанести вред пешеходу, который просто пойдет мимо, не заметив того же тросика, да, железного, натянутого, или цепочки. Опытные действия работников Красногорской городской службы говорят о том, что с подобными кустарными ограждениями им приходится сталкиваться довольно часто. Рука, что называется, набита. Уже через каких-то полтора часа несколько парковок стали доступными для всех. На этот раз рейд прошел спокойно. Недовольных действиями рабочих не оказалось. Бывали случаи, когда предполагаемые собственники нарушения, да, приходили на место, требовали вернуть цепочки, значит, требовали оставить, но никаких доводов не представляли, значит, на предмет представления документов с целью возбуждения административного делопроизводства. Также отказывались, разворачивались и уходили. Поэтому никто на себя ответственность по данному вопросу не берет. Признаться в установке ограждений значит объявить себя виновным в совершении административного правонарушения, а оно, как известно, наказуемо. Согласно новому КАПу, самовольный захват парковочного места карается штрафом до 5000 рублей. Для должностных и юридических лиц сумма солиднее – до 10 и до 100 тысяч соответственно. Максим Мельников, Михаил Петухов, Марианна Быстрова, КРТВ.